мир вашему дому. Сегодня по народному кандалю православной христиане празднуют Феодосия день. По такому кандалю православная церковь сегодня чтит память преподобного Феодосия Великого в общих детей Макьяныша, преподобного Михаила Пробского Новгородского, преподобного Феодосия Антиохийского, священномученика Николая Мациевского, Федора Антипина и Владимира Фокина Пресвитеров, исповедника Владимира Пиравского Пресвитера и другие православные святые имена, которые вспоминают этот день. Сегодня также празднуется икона Божьей Матери Елецкая. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день, желаем здоровья, счастья и благополучия. Услышь меня грешную, и недостойно жду. Светлая память ушедшим мир иной. Позор мне эту память не смущай.